И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Литуаль, крупнейший магазин парфюмерии и косметики в России. Около 1000 розничных магазинов и интернет-магазин. Бренд Литуаль более 20 лет на рынке. Интернет-магазин существует уже более 10 лет. И замечательные новые акции сети, подарки при покупке. И по моему промокоду вы получите скидку 8% в карте клиента на заказ от 1500 рублей. Это то есть, что скидка 8% суммируется с акциями сайта. И в итоге по бриллиантовой карте можно получить максимальную скидку 33%. Но промокод действует именно при заказе от 1500 рублей. Промокод сам действует до 31 марта. Успевай воспользоваться. Ссылка и промокод оставлены в описании под видео. Всем привет, с вами снова я Бак Фалкон, и сегодня смотрю поединок, который пройдет 19 марта. А это бой между Арнольдом Ареном и Дэном Хукером. Сразу можно сказать, Шад нашел в позу Арена, и я думаю, что он одевался поводу единогласным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по своему мнению победит и каким методом. Также подтверждаю, прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, выложите свое мнение по в комментариях и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь что-то очень помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Их вы найдете по ссылкам в описании под видео. Также по желанию можете поддержать канал донатом. Ссылка находится там. А мы начинаем нашу трансляцию. И первый на рынке выходит Дэн Павайк Хукер. 32 боя, 20 на победу, 10 нокаутов, 7 сдачи и 11 положений. But when you watch this guy, you, nothing jumps off the page. When you think I have to go wrestle him, you realize very quickly that not only can he defend takedowns, he can also go and secure this himself. He's that new breed of fighter that has been doing every discipline from the very start of his career. You know you're looking at a guy that will contend for a championship. And if our fighter meeting on Thursday is any indication, confidence not an issue for this young man coming in here tonight. А вот выходит и его оппонент. А вновь, всемогущий Арен. 18 боев, 17 побед, 5 нокаутов, 4 сдачи и 1 поражение. Хукер уставший, выше, и руки у него длиннее на 13 сантиметров. И сейчас Брус Баффер представлен участников данного события. И первым нам представляют Дэна. He stands 6 feet tall, weighing in at 145 pounds. Daniel the Hangman Hooker. And now it's the number left the Arnold. The kickboxer, holding a professional record of 17 wins, 1 loss. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 145 pounds. Arnold Almighty. И зритель поединка Херб Дин. Херб Дин, third man in the octagon for this one. Первый раунд, погнали. По подвесу друг другу павни. Красивый хайкик от Ардена. Back
Неплохо. Мимо. Попадает Арден. Неплохо. Точно хукил. Но попадает Дэн. Хайкик от Ардена. Рашмен. Снова обменялись удалами Павни. Неплохо. Хедлинч. Берут большую паузу. Рашмен. Мимо. Красивый хайкик от Арнольда. Хедлинч. Атакует Дэн. Мимо. Берут больше паузу. Кэтлин. Лоу-кик. Попадает Адам и прошел хукер. И это нокдаун, дамы и господа. Хэй-кик и снова падает Дэн. Адам пока что доминировал. Идет в атаку хукер. Берут больше паузу. Клинч. Снова пауза. Красивая была попытка. Рашмен. Хайкик. Неплохо. Рашмен. Хайкик. Рашмен нож уже у Дэна. Рашмен. Мимо. Рашмен. Да, Арден. Снова Рашмен. Неплохо. Хедлинч. Мимо. Man, he is so sound defensively. Nice job to raise the ball. Да, Арнольд. Relaxation that allows him to see things coming and block most of the strikes that are coming at him. Хайкик по Сондан. Мимо. Рашмен. Мимо. Это вам за Арнольдом. 10-9. Адам впереди. Right,
и смотрим лучшие моменты первого раунда. Ну да, конечно, были красивые. И у нас раунд номер два. Хэйки. Неплохо. Just out of range with that right hand. Booker's lower jaw does not look good. I don't think it's broken, but starting to show some obvious signs of swelling. Неплохо. Здесь вот Дэн сейчас. Right punches there. Лошмен. Missed with that attempt. Nice leg kick. Father, Arnold. Дайвер, Саш, Хукер. Хайпик от Ардена. Неплохо атакует англичанин. Мимо. Кэдлинч. So he's landed some good shots. You hate to be overly critical, but nothing really in terms of combinations tonight. What a jab and middle kick. How about jab, jab, right hand? Right. Because eventually you're gonna have to put something on your opponent that's gonna really make him pause. I believe the jab has been working so well. Hey, kick. Big right hand after it. Maybe I'm gonna finish his fight. Mima. Well, he keeps going back to the well with that left hand, just out of range. Hey, kick, и прошел Дэн. И все, бой окончен. Точно, hey, kick и нокаут. Доволен собой Авнор. Нам покажут, как это было. Что ж, посмотрим, как же бой пойдет на самом деле. So there he is as the celebration continues. A huge knockout for him here tonight. That could hold up as one of the better knockouts. Победу нокаутом в том раунде одерживает Арнольд всемогущий Арнольд. Доволен собой Авнор. Monumental result tonight as he gets the win by knockout. He spoke it into existence. He said over and over to anyone that'll listen, I am going to knock this man out. He did it in an even more impressive fashion than he ever could have imagined. Статистика боя. Арнольд 81 удар из 171. Хукер 72 из 189. Спасибо, удар. 44 из 74 Арнольд, 34 из 84 Дэн, по нокдаунам 2-0. Тейкдаунов Кукел не повлиял, у Арена была одна неудачная попытка. Контроль 16 секунд, Арнольд, 4 Дэн. По раундам. Первый по удалам 59-53, по силам 35-26, по нокдаунам 2-0. Класс, одна неудачная попытка тейкдауна от Арнольда, контроль 14 секунд, Арен, 4 Кукел. Второй раунд по удалам 22-19, по силам 9-7. И 2 секунды контроля от английского балыша. И пиван все дали 10-9 Арена. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь что это очень помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ссылки на них вы найдете в описании под видео. Также можете по желанию поддержать канал донатом. Ссылка на донат также оставлена в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.